В Караганде состоялся предпоказ художественного фильма «Казбат», который с сегодняшнего дня выйдет в прокат во всех кинотеатрах страны. Сюжет основан на реальных событиях 1995 года, когда наша республика принимала участие в миротворческой миссии в таджикском конфликте. Картина повествует о бое в Пшихарском ущелье, где 7-я сводная рота внутренних войск Казахстана попала в засаду. Боевики оппозиции, напавшие с афганской стороны, рассчитывали за час прорваться на территорию Таджикистана, однако натолкнулись на жесткое сопротивление казахстанских воинов и после 5-часовой неравной схватки были вынуждены отступить. В том бою 17 человек погибли, 33 получили ранения. Напомню, указом первого президента Нурсултана Назарбаева 5 погибших воинов посмертно наградили орденами Айбын 2-й степени, 12 медалью Жаунгерлиг Ерлига Ушен. Также все они посмертно удостоены российской медали за отличие в службе 1-й степени. Памятники казахстанским воинам установлены в Душанбе и многих городах нашей страны.